Ольга Шаркина – легкоатлетка из России. Для нее это первый турнир мирового уровня. Сегодня ей не было равных в спортивной ходьбе. Она опередила соперников из Японии, а также Италии и получила долгожданное золото. Это счастье такое, что выполнена работа, что неопределимое ощущение, неодолимое. Радость, эмоции. Пока чувство гимна, когда звучит твоя честь, это очень здорово. Сегодня медали из рук руководителей региона получили 6 спортсменов. В их числе украинцев не было. К сожалению, пока, увы, мы без наград. Надо сказать, что есть куда стремиться. Стремиться нашим спортсменам, надо стремиться ввысь. Потому что здесь именно вот такой пролог к олимпийскому золоту, к мировому, взрослому. Сегодня завершился третий день чемпионата мира по легкой атлетике среди юношей. Масштабных недочетов в проведении турнира, по мнению главы областного совета, не было, за исключением посещаемости. Мы видим, что подготовка прошла успешно, и многие спортсмены, с которыми я общался, они удовлетворены тем приемом, который мы оказываем им. Завтра определятся победители еще в 16 дисциплинах. Пока в командном зачете лидирует сборная Ямайки. Ольга Сапронова, Георгий Жилич, Панорама.